Всем, друзья, ассаламу алейкум, всем привет. В общем, сегодня у нас продолжение нашей рубрики, где будем проверять всех игроков во Free Fire на честности. Сегодня мы проверим одного игрока, который зашел нам через мир. Мы ему сейчас напишем, что напишем, сейчас вы увидите. Go 1 на 1 на 300 алмазов подарками. Подарком. Если сейчас он согласится, и он выиграет меня, я ему должен буду перевести на 300 алмазов любой подарок, который он захочет. Но если, друзья, если он проиграет, если он согласился, если он проиграет, то он должен будет мне перевести 300 алмазов подарками. Если он мне переводит, я в честь благодарности, то, что он честный человек, я ему перевожу, не перевожу. Я ему предлагаю на 1000 алмазов купить ему любой подарок. То есть в честь благодарности, что он такой честный игрок. Я считаю это годно, я считаю это топово. Надеюсь, он будет единственный, кто еще мне, точнее единственный, кто мне попадется из людей, которые реально мне, скажем так, переведут и отвечают за свои слова. Мне, если честно, еще никто не попался, кто бы мне перевел. Тем более я перевожу им в два раза больше, если они, скажем так, проигрывают. Это реально топово. Всем приятного просмотра. Так, и мы забираем первый раунд. Мы забираем первый раунд. Посмотрим, что будет остальными, с остальными раундами. Друзья, напоминаю, что если он меня, если он мне проигрывает, он мне должен будет перевести целых 300 алмазами подарок. То есть он мне должен на 300 алмазов купить любой подарок. И я увижу это. И если я увижу, что реально мне пришел какой-то подарок на 300 алмазов, да, который я люблю, любой выберу, то я ему в честь благодарности на 1000 алмазов подарю любой подарок. За то, что он, скажем так, честный человек. Я считаю это топово, проверим его. Конечно, многие игроки выходят, даже не доигрывают, а многие, скажем так, сразу пишут: нет, не переведу. Посмотрим, что будет с этим игроком. Так, забираем мы второй раунд. Забираем второй раунд. Посмотрим, почему-то у него залетела голова, но почему-то я его не убил. Странно, странно. Друзья, еще два раунда, и он может получить просто годный себе подарок на 1000 алмазов. Прям годный. Но, конечно же, если он будет честным человеком. То есть, получается, его же обман его и подведет, если он мне не переведет. А если переведет, то есть, получается, он получит вознаграждение почти в 3 раза. Я считаю, такой, да, в 3 раза он получает больше. Я считаю, это годно. Поехали. Так, забираем мы третий раунд. Что-то у меня второй выстрел аж куда-то выстрелил аж в землю. Так, забрали мы второй раунд, третий раунд. И сейчас, друзья, нам останется забрать еще один раунд. И я надеюсь, что мы сейчас посмотрим, как он мне переведет алмазики. Точнее, подарок на 300 алмазов. Честно, я, ну, врать не буду, мне еще никто такого нет. Ну, никто еще меня не переводил. Не оказалось еще ни одного человека, который показался бы честным. Вот честно скажу. И я вам скажу так, что... Тот человек будет реально честен, да, со мной, прям честен. Я его реально отблагодарю, прям реально. Поехали дальше. Да, отдадим ему раунд, отдадим. Друзья, в общем, отдали ему раунд, отдали раунд, ничего страшного. Не получилось, ни у меня, ни у него не залетало. Я считаю, что немножко пускай он, скажем так, хоть успокоится, а то скажет, блин, как так, так, в сухую и так далее. Нормально, нормально. Один раунд отдали. Я думаю, это более чем достаточно, чтобы немножко поднять его на дух. Поехали дальше. Так, ну что, забираем мы четвертый раунд и смотрим, друзья, что сейчас он ответит. Насколько он окажется честным игроком, а если он им будет, то я его просто реально сильно отблагодарю и куплю ему подарок на 1000 алмазов. Поехали. Ну что, вот мы и уже переходим в лобби. Скорее всего, он сейчас выйдет, но мы ему сейчас постараемся сразу же написать. Сразу же пишем. Ты переведешь. Пишем ему. Подарок на 300 алмазов. Посмотрим, насколько он честный. Да. Через сколько переведешь? Друзья, надеюсь, что это обман. Как думаете, если он реально мне переведет, реально, вам, наверное, не видно, да? Но он пишет, что он переведет мне, друзья.
он пишет, что он мне, что он переведет. Пишет, через сколько лет, пишет лет. Пишет, друзья, вам видите, лет. Лет. Через сколько? Когда переведешь мне подарок. Друзья, я очень хочу, чтобы сейчас он мне перевел подарок на 300 алмазов. Вот честно, очень сильно хочу. Хотя бы, чтобы он просто написал, там, пошли в лобби, давай там и так далее. Ведь я ему сдоначу на 1000 алмазов, куплю ему подарок. Ну, кто переведешь мне подарок? 200 что? Что-что? Переводи мне подарок на 300 алмазов. Скорее всего, он меня не понимает, или он просто, скажем так, выдумывает, да, или придуривается. В общем, сейчас посмотрим, еще пару сообщений ему напишу. Если он, скорее всего, не поймет меня, то, скорее всего, это очередной будет обманщик, который мне ничего не переведет. Ну, пожалуйста, сделай красиво. Развей мои сомнения, что ты обманщик. Друзья, ну вот, в принципе, чего и стоило доказать. Он просто вышел с лобби, и, конечно же, он мне ничего не переведет. Ничего не переведет. Прям ничего, друзья. Посмотрим, может быть, даже пригласит он меня в лобби. Но это очень, наверное, навряд ли. Ничего он мне не пригласит меня. Ну, подождем секунду, подождем. Может быть, даже меня пригласит. О, КП Шал. Неплохо. Неплохо. Алло, привет. Салам алейкум. Ты мне переводишь подарок на 300 алмазов? Я тебя выиграл. Алло. Ку-ку. Ты мне переводишь или не переводишь подарок? Даже добавим, друзья, его. Так. Ком есть. Ты переведешь мне подарок. Я выиграл. Я выиграл. Смотрим, друзья, смотрим, что он ответит. Ты проиграл. Переводи мне подарок на 300 алмазов. Друзья, если он мне сейчас переводит подарок, то я ему перевожу на 1000 алмазов больше. То есть 3 раза больше я ему переведу. Посмотрим, что же он выберет. 300 или 1000. Жду от него еще одно сообщение и выхожу с лобби. Смотрим, что мне отвечает. Я бот. Я понял, друзья. В общем, ладно, ничего мы с этого не добьемся. Очередной обманщик. Конечно же, он понимает, что я пишу, что я говорю. Скорее всего, придуривается. Но, в общем, такой вот у нас видеоролик. Максимально прожмите лайков. Спасибо всем за просмотр. Всех люблю, всех обнял. Скоро к вам приду с новым видеороликом. Всем пока.